Беларуси стартовала Всемирная неделя предпринимательства. С 14 по 20 ноября в Минске пройдет более 30 мероприятий, во время которых свыше 2000 участников поделятся опытом успешного ведения бизнеса. В планах обсудить создание сообщества бизнес-ангелов в стране. Банк развития представит новую линейку кредитных продуктов. Пройдут выступления международных спикеров из США, Израиля, Эстонии, России. Всемирная неделя предпринимательства проводится более чем в 160 странах мира. Беларусь присоединилась к этой инициативе в 2011 году. В стране многое сделано для совершенствования делового климата и улучшения условий ведения бизнеса. В настоящий момент реализуется государственная программа на 2016-2020 годы. Действуют сети субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которая состоит из 88 центров поддержки и 19 инкубаторов малого предпринимательства. В отчете Всемирного банка о ведении бизнеса 2016 Беларусь занимает 44 место среди 189 государств. На протяжении последних 5 лет республика удерживает лидерские позиции по показателю регистрации собственности, получает высокие оценки экспертов по показателям международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и получение разрешений на строительство. На 1 января прошлого года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц, составила почти 1,5 миллиона человек.